пожаловать. Рады вас видеть. Добрый день. Бог вознаградит вас. Ну, пожалуйста. Да. Многие годы помещики приказывали нам выращивать индиго, чтобы красить ткани. Так вот, большую часть урожая мы отдавали в уплату за землю. Но теперь все покупают одежду из Англии, и наша индиго никому не нужна. А помещики требуют, чтобы мы платили за землю деньгами. Все, что могли, мы продали. Остальное забрала полиция. Нам нечего есть. Я понимаю. А помещики англичане? Да. Мы сделаем все, что в наших силах. Шукла, во всем, чем пора, не так же? Да, Бапу, так везде. Голодают люди. Некоторые землевладельцы пытались помочь, но что они могут?